А по национальному проекту здравоохранения медицинские учреждения развивают новые технологии. Чебоксарские врачи с помощью коллег из Литвы освоили новую методику восстановления плечевого сустава. Под руководством Маркоса Федоровоса в Федеральном центре травматологии и ортопедии успешно прошли уже 3 артроскопические операции. Привычный вывих плеча, по-медицински нестабильность сустава. Чаще всего этим страдают спортсмены и активные люди. Так и Айдар еще в прошлом году повредил плечо во время соревнований по борьбе. Плечо болел, потом походил, тоже так же мы, ну как это называется, мажатым, и так и не прошло. Все, сюда приехал, сделали операцию. Чуть-чуть болит, ну это после операции уж. Ну, домой завтра. Должно уже выписать. Хирургическое вмешательство по минимуму. Никаких разрезов во всю руку, лишь 2 прокола. В одном – артроскоп, передающий изображение на экран, в другом – специальный инструмент, с помощью которого восстанавливают нормальную структуру плечевого сустава. У доктора из Литвы 15-летний стаж инвазивных операций. Маркос Федоровас провел мастер-класс и выполнил 3 артроскопические операции на плечевом суставе. Эти операции, как говорится, это будущее вообще всего, потому что больной может в больнице не лежать неделю. Он лежит только в один день, допустим, в нашей стране, в нашей клинике. Он с утра приезжает, мы оперируем этот день, другое утро выезжает. Болевые ощущения очень минимальные, потому что разрезы минимальные, так что и восстановление достаточно быстро. Сегодня малоинвазивные методики все чаще применяются в травматологии. Такие операции легко переносят пожилые пациенты, а именно они больше всего страдают заболеваниями суставов. Сокращается и время восстановления и реабилитации. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.